Всем привет. Привет, Игорь. Ты меня кое-что просил в прошлом году, ну, в конце года. Вот, и просил, ну, кое-что зачитать на видео. Я решил, окей, я зачитаю это. Так, я начну читать. Если вам текст покажется странным, то ничего страшного. А если вам покажется это не странный текст, то, ну, значит, он не странный. Я просто один раз зачитаю, и все. Друзья, у меня есть знакомый Игорь Вселенский, который хочет обратиться ко всем, кто живет в Латвии. Поэтому я просто прочту то, что он попросил передать вам. Друзья, мы хотим обратиться ко всем, кто живет в Даугавпилсе или вообще в Латвии. Мы ищем сторонников из вашей страны. У нас есть прекрасная идея и довольно необычный проект. Поэтому, возможно, кто-то из вас захочет принять участие. Это подойдет креативным, интересным, интеллектуальным людям, у которых есть свободное время и желание принять участие в глобальном деле, которое изменит мир. Это очень необычное, но интересное дело. Чтобы это не выглядело как реклама, мы не будем говорить красивых слов. Вы можете зайти на сайт Вселенской религии www.cnmod.com. И там познакомиться с нами. Мы не ищем подписчиков, мы ищем людей, которые захотят заниматься развитием этого движения в Латвии. Желательно, если вам больше 23-24 лет. Я знаю, что в любом городе, в любой стране есть несколько человек, у которых есть желание заниматься чем-то интересным и необычным, но нет денег или знакомых. Если среди вас есть те, у кого нет такого много возможностей в жизни, но кто хочет заниматься чем-то интересным и новым, я прошу вас просто напиши нам через сайт или напишите Диме, это мне. Мы ждем тебя. Огромная благодарность Диме за то, что он передал это вам. Всем отличного настроения. Сайт Вселенской религии. Привет, Артур Габранс. В общем, я вам передам привет, ну, то есть твоей жене. Молодой жене, только в следующем видео, просто я хочу вам посвятить отдельное целое видео, поэтому я про это помню. Что касается конкурса, альбом Горгород я тоже помню, поэтому завтра я отдельно сниму видео и скажу результаты конкурса. А теперь перейдем к другой теме, просто обычный блог, болтовня. Погода за окном. Мне нравится, какая зима наступила наконец-то. На моих часах показывает ровно 12 часов дня. Скоро пойду в библиотеку, чтобы загрузить вот это вот видео. Настроение у меня хорошее. Думаю, что пока оно еще не испортится. Вчера и позавчера у меня голова болела. Ужасно голова болела, что настроение было ужасное на самом деле. Вот, но надеюсь, что сегодня голова не будет у меня болеть. Что я ел на завтрак? На завтрак я ел вроде кофе, два яйца сваренных. Потом я маме помогал утром, ну, ей на базар. Вот. И там я кое-что покупал. И домой, короче, кое-что принес из продуктов. А там я ел еще на завтрак три в одном, то есть кофе, вот, и пирожное лебедь. В общем, на это там потратил 70 центов. Так, что вам еще рассказать? А, ну вот могу вам рассказать, как я безработный, иду на биржу труда, так как я, ну, в списке, ну, как это правильно сказать, ну, неважно. В общем, 22 января надо на биржу труда. Либо я вот, ну, когда туда приду, либо я устроюсь на курсы, ну, скорее всего, английского языка, либо пойду на какую-то подработку, либо работать. Опять же, повторяю, что на YouTube я ничего не зарабатываю, так как у меня нет миллион подписчиков, нет, чтобы у меня были какие-то, ну, например, чтобы мое каждое видео набирало бы, например, за месяц 10 тысяч просмотров. Вот этого не происходит, поэтому я ничего не имею, поэтому я как-то реально смотрю. Вот, а YouTube, опять же, это у меня хобби. Вот. Что вам еще рассказать? Это зима. Я люблю зиму.
Наверное, больше ничего не буду говорить, поэтому все остальное могу сказать в другом видео. Поэтому ставьте лайк этому видео, комментируйте это видео, подписывайтесь на мой канал. Ждите следующее видео. Всем пока!